Ну что ж, шампанское есть, Кристина с шампанским добежала. И у нас готовы, готовы результаты, да. Третье место! Игорь Якубович, третье место! Потевший, заслуженно сказал, на такой гонке третье место почетное сегодня имеет. Главное было отомстить Сергею Лапинскому, как он сказал, которому угрожал в закрытом парке. Месть состоялась, Сергей Лапинский, но в следующий раз отомстит, наверное. Да, но сегодня у нас Сергея Лапинского на подиуме нет, зато есть другой Сергей, первый раз. Раз, два, три. Да. Раз на подиуме, в трекерах гонках. Водейка! Да, 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 именно он. Второе, первый подиум в истории Сергея. Молодец. Какое воодушевление испытывает Сергей, а? Вот Сергей прям штырит, что называется, прямо от его второго места. Ну, и осталось только первое. Поздравляю Сергея. Сергей красавчик сегодня. Большой молодец. Ну и победитель у нас сегодня. Вторая победа в этом сезоне — Никита Иванов. Любимец женщин, да. У Никиты тут целая армия болельщиц пришла болеть, я знаю, да? Писали в Инстаграм, что обязательно болеем за Иванова. Так, чем можно... Чем их ты подкупил? Верный семьянин, отец четверых детей. Спасибо большое, ребята, это все ваше. Ну, за помощь команды, я думаю, чтобы потом унести все. Да. Сначала оплевашки, как я. На такой погоде и вот так. А вот после них перейдем к остальным. Награждаем. И все на меня. Вы друг на друга лучше, вы так. Побыть вот шампунем голову как раз Иванову помыть было бы хорошо. Ну что ж, ребята, забирайте все эти призы, и мы уже вот это барахлишко следующим. В следующем перейдем. У нас еще командный зачет и еще есть гонка блогера журналистов и журналиста блогеров. Ее тоже неплохо бы, наверное, наградить. Собирайте пакеты. Прям как на рыбке буквально. Как будто облава приехала и нужно срочно собрать весь товар. Ребят, забираем. И у нас сегодня три команды гонялись в, собственно говоря, командном зачете, как это очевидно. И третье место занят краб. Спорт. Это Сергей Лапинский и Владимир Корлыч. Третье место. И все-таки Лапинский на подиуме сегодня, несмотря ни на что, да. Человек ночью не спал, выше идеми, работал на тракторе. Тут он тракторист и директор, и гонщик, все в одном лице. Второе место — это команда Cup Racers. Это Игорь Якубович и Женя Левданский. Женя, смени подковы на другие какие-то, что-то эти подковы не катят. Мотор, ну так. Ну, дело в моторе, да. Дело было... Но... Да, кто бы знает дальше. Да, дело было не в победе. Первое. Первое место в командном зачете Racing Brothers. Никита Иванов. Сделали довольное лице. И ручки меняли. Ну вот еще ты, Сережа, ты так спеть. А, чтобы не прикрывать его так, да. Свою мощную силу. Есть. Давайте поаплодируем этим командам. Ребята внесли свою лепту сегодня.